В доме музея Салтыкова-Щедрина спешно, но аккуратно упаковывают вещи. Экспозицию готовят к приезду в главное здание Краеведческого музея на улице Спасской. Дом-музей, которому уже 175 лет, скоро начнут реставрировать в рамках подготовки к юбилею Кирова. По словам сотрудников, в здании планируется замена всех коммуникаций, расширение прохода для маломобильных групп населения. Также специалисты приведут в порядок фасад здания. На эти цели выделено почти 23 миллиона рублей. Реконструкция должна завершиться до 1 декабря этого года. И тогда уже в отреставрированном доме музея Салтыкова-Щедрина посетители смогут увидеть обновленную экспозицию. Мы планируем небольшую переэкспозицию. Конечно, все основные экспонаты, вот, связанные именно с жизнедеятельностью Салтыкова-Щедрина, будут сохранены. Но вообще кое-какие изменения обязательно нас ждут, потому что все равно с современных позиций будем смотреть на музейную экспозицию, ну и в том числе на жизнь Салтыкова-Щедрина, на результаты его деятельности служебной ветки.